Нас утро встречает рассветом, а меня вон какая встречает. Господи, это саранча, что ли? Сами шевелит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поползла громадная. Доброе утро, девочки! Господи! Доброе утро, мои дорогие. Ой, сегодня не спалось мне ночью. То у меня ракушка из-под ноги вылетела. Пошла по второго ночи чайник поставить. Девочки, какое было небо! Не передать словами. Ну, жалко, но не бери вот камера. Просто сумасшедшие звезды. Ой, миллион, наверное. Да какой там миллион? Больше. Яркие такие, как лампочки. Ой, боже мой, какая красота. Ну, я и забыла, что я пошла чайник ставить. Села на крыльце, рот разинула и сидела. И это еще у меня на крыльце свет горел. И здесь у меня два фонаря же светят ночью. Ну, отправление волны. А если бы не было этих фонарей, это вообще фантастика была бы. Ой, какая красота. Оно завораживает просто. Вот я сидела, смотрела, какие-то мысли в голове, что-то вот это вот. И потом уже по прошествии какого-то времени я очухалась, думаю, господи. Сидит дурочка на крылечке в 2 часа ночи. Вот так вот. Про все забыла и про чайник. В общем, не могла очень долго уснуть. Не знаю, во сколько я уснула, но 7:30 проснулась. Надо вставать. Чего валяться-то? Чё валяться-то, правда? Надо дела делать. Ладно, лапуськи мои, давайте, включаем новый день. Пошла вот опять чайник ставить. Сколько же мух. Вот эту штуку я повесила вчера в 4 часа уже. Вон сколько их налипло. Ой, кошмар. Опять будет жара же. 30-ка вот эти все ближайшие дни обещают. Мухи эти, это просто что-то страшное. Что-то, девчонки, я не помню, чтоб столько мух было. Ой. Сейчас посмотрела видео там, ну что случилось на планете за вчерашний день. Батюшки, в Москве Шереметьево затопило. Опять ливень, опять там многие улицы затоплены. Ой, вообще во всем мире наводнение. В Альпах снег, в Швейцарии, господи. В Италии 2 вулкана извергаются. Этна, еще один там. Боже, где чего? А в то же время, вот так подумаешь, земля-то вон какая. Ну, вот там, там, там. Да. Каждый день что-то случается. Зато очень понравилось видео, как в Америке разводят рыбу. В каких-то горных озерах самолет летит низко. И из него
Ну, какой-то, видимо, специальный самолет. И из него прям там снимают, камера стоит. Из него вот это поток воды с рыбками. Рыбки до 7 сантиметров длиной. Форель, еще какие-то там. Ну, вот он над озером пролетает. И вот эти рыбки вместе с водой улетают в озеро. Вот говорят, что 95% выживаемости рыбы. Вот. А везут туда, в эти озера, на лошадях, в каких-то... Господи, ну... Алло, склероз, просыпайся. Ну, в каких-то емкостях. А потом на самолет. Ну, в общем, вообще... Господи, до чего люди не додумываются? И это, оказывается, этим занимаются с 1955 года. Они летят, как листья, по воздуху, и полетели. Ой, да. Удивительное рядом. А я продолжаю свою занавеску делать. А, следы. Надо стол протереть. Кошаки шастают тут. А вот бусины всякие пластиковые, которые поцарапанные. Ну, и вообще, которые никуда не годятся мне. Вот, например, две бусины. Они мало того, что там поцарапанные, да еще и разного цвета. Вот я вечером сижу, отбираю, делаю, утром вешаю. Таким образом потихонечку прибавляется. Ну, это я уже говорила, это чтобы не тащить с собой в Питер. Надо разобраться. И то, что не годится никуда, повешу сюда. И да, я все-таки надеюсь в Питер уехать. Хоть я не привитая, но я не знаю, надо как-то. Как-то надо. Так, ну я начала делать баночку, решила все-таки вот эту салфеточку такую винтажненькую сделать. Вот, сейчас буду дальше. Мне вот понравились вот эти вот коричневые по краям мазилки такие. И вот сейчас я остальное все покрашу в коричневый цвет и здесь побольше намажу по краям, чтобы прям было винтажненько. Путешественники мои, Саша и Макарик, сейчас выезжать будут из Мурманска в Питер. Макарик еще едет со своей подружкой Евой. Ева у нас поступает в театральный. Вот. Так что... Ну, а что, мальчик вырос. 18 лет. Понятно. Ну, ты что-то грустная. А? Грустная какая-то. Я типа, не, короче, не хочу домой. Вот так мякоть. Вот. Мне и тут классно. Вот. Как бы вы знаете, типа, мне и тут хорошо. Значит, сейчас, типа, опять приеду в Питер. Что я там, короче, делать буду? Типа, делать нечего. Прям нечего. Дел навалом. Не знаю. Вот. А ты с Макариком не созванивалась? Да он еще это, типа, он дома еще. Дома еще? Ну там, да, получается, да, это, типа, это, короче, до отъезда поезда еще полчаса, а я... Поснимай в вагоне. Угу. И по дороге. Ладно. Я тебя снимаю, деловая, а кнопку не нажала. Я
Класс. Ладно, мам, я сейчас вещи типа закину и выйду, короче, покурить, да. Ладно. Может быть, это типа Макарик послушать. Давай. Давай, пока. Вы посмотрите, какая хреновина глазастая, здоровая. Так и ползает тут по стенам. Никуда не улетает, ничего не упрыгивает, по стенам ползает. Вот, мои дорогие, вот хочу вам показать браслет из родонита. Вот он на такой застежке. Она, в общем, удобно застегивается. Это Татьяна из Белгорода заинтересовалась украшением из родонита. А получается так, что украшение там у Саши в Питере, а браслет у меня. Вот. Я его хотела показать. Если надо будет, я вышлю. Единственное, что размер у него, ну, 16,5-17. Не больше. Мне очень нравится. Он такой камень благородный прям. И крошка родонит, и вот эти вот крупные бусины. Вот, так что, Татьяна, если нужно, я вам вышлю. Мои дорогие, вот сейчас переписывалась с Оксаной. Она мне прислала видео подсолнухов и себя в подсолнухах. Вот я уже предлагала как-то, ну что-то не очень. Мои хорошие. Ну, в основном сейчас телефоны, которые снимают. Ну, снимите, пусть коротенькое, а можно и не коротенькое видео. Ну, что-то у вас же есть красивое. Там, где вы живете. Или чем вы занимаетесь. Может быть, там в саду, может быть, дома. Девочки, присылайте, пожалуйста. Во-первых, и мне это очень интересно. Ну, себя можете не снимать, если вы стесняетесь. Хотя можно и себя снять. Чего стесняться-то? И я думаю, что подписчикам, каким подписчикам, господи, вот это слово, оно меня прям выбешивает. Нашим подружкам в нашем сообществе, я думаю, что тоже будет очень интересно. Девочки, поснимайте. Я буду прям либо видео вставлять, либо прям отдельное видео сделаю. Вот у меня сейчас есть Людмила Викторовна прислала и Оксана прислала. Девчонки, присылайте, пожалуйста. Я буду ждать. Вот посмотрите сами, как интересно будет. Вы в комментариях уже друг друга, наверное, немножко знаете. А так и вообще поближе узнать интересно. Ладно? В общем, я жду. Мы все ждем. Да, сейчас особенно интересно, потому что все сидим в основном дома. Ну, а так ведь можно прям по всей России, можно сказать, проехаться. И не только по России. Мои хорошие. Из Финляндии. Из Белоруссии. Из Казахстана. Из Германии, вот где меня смотрят. Украина. Мои дорогие, давайте. Прям вот, ну, правда, очень интересно. И очень хочется. Да, еще, мои дорогие. Говорите, пожалуйста, где вы живете, в каком регионе, в каком месте, чтобы вот прям иметь представление. Правда, Лариса говорит, может, кто за грибами ходит? Ну, это прям моя страсть за грибами ходить. А тут в степи какие грибы? Может, кто-то что-то выращивает интересное. Девчонки, давайте, я жду. Ну вот, видите, везде они, везде. Бежит по столу, запрыгнул, сидит.
А тот кузнечик огромный так и сидит, никуда не уходит он в углу. Лазил, лазил по стенам, сидит. Время первый час, сейчас начнут мухи атаковать. Ой, кошмар. Пойду в дом. Не хочу я вот это сидеть тут и беситься от этих мух. Они уже везде вон ползают. Но сейчас начнут кусаться, лезть. Неприятно. Вот такая состаренная баночка у меня получилась. Прям как будто старая. Сижу, Лену Баттл смотрю. Ой, через неделю прилетят. Прилетят. Малосольные огурцы она сидит, ест. С дачи привезла. Говорит, жарко, и есть хочется, и есть не хочется. Сама говорит, сейчас картошечки бы к малосольным огурцам. Ай, не могу. Вот, мои дорогие, каждый год я делаю себе вот такое сооружение. Каждый год я думаю, ну, надо же, чтобы хотя бы ноги загорели, да, там вот это вот. Ноги, руки. Вот. Хватает меня один раз полежать 5 минут. И потом оно стоит, никому не нужное. В разных местах я ставила, но результат один и тот же. Вот сегодня мне опять думаю так. Что ж, у меня ноги белые, руки белые. Ну, то есть, вот тут-то еще хоть немножко загорело, а тут-то вообще. Думаю, надо полежать. Вот. Построила. Не могу. В очередной раз. Ну, ладно, хоть 5 минут полежу. Я не могу, у меня нет терпения. Мне жалко время, и просто терпения нет. Лежать вот это, обливаться потом, нет. Нет, конечно, я так могу шлангом облиться, тем более сейчас вода горячая в шланге. Но, ну, не могу. Я лучше пойду чего-нибудь поделаю. А если еще на меня мухи будут садиться, то вообще все. Ой, не могу. Мы когда-то вместе были в Турции. Когда? В 2008 году. С Костей, ну, с семьей. Костя смеялся так надо мной. Он говорит, мам, ты приедешь, у тебя чего загорелое это будет? А что, у меня была загорелая холка и половина спины. Потому что я ходила по берегу и, наклонясь, разглядывала и собирала камушки. Посмотрю, кость лежит. А я пошла в другую сторону. Полежи, говорит, полежи. Да не могу я лежать. Да, нет терпения. Шило в заднице, как бабушка мне говорила. Уже сейчас и хожу медленно, и делаю медленно все. А вот все равно не могу вот так лежать и это. Но построила. Загоральщица. Специально засекла время. На 7 минут меня хватило. Ой, смех и грех. Вот сижу, представляете, была длинная такая, вот таких бусин, длинная нитка, сунулась, они все, видно, почернели, страшные стали, смотрите, практически все
Ну вот что? Что с ними случилось? Не знаю. В общем, пойдут на занавеску. Сижу, откладываю хорошие. Ну, видите, черные. Вот это хорошие, а это вот на занавеску пойдут. Сейчас Саша звонила, они в Кандалакше. Все, выезжают из Мурманской области. Едет одна в купе, в двухэтажном поезде на втором этаже. Ну вот пока на улице была, была связь, в вагон зашла и все. И связь кончилась. Ну ладно, завтра приедет утром. Жарко. Прям ступеньки на крыльце раскаленные. Аж через мои-то потушки чувствуется. Надо пойти посмотреть, сколько градусов. Подруга пошла. Видно, сколько? 32. Конечно, жарко. Хотела полежать, что-то легла, вся мокрая. Не знаю, так как-то некомфортно. И расхотелось лежать. Так, убрала одеяло, подушки там, что влезло в пакеты. А тут накрыло так от пыли. Пыль-то все равно будет лететь. Ну и все. А убраться? Уберусь, когда кто-нибудь ехать будет. Вот она, сила инженерной мысли. Ну, и все. Видите? Она и не откроется сильно. Ну, не закроется. О! Это я пока с Сашей сейчас. Саша звонила. Их поезд в Кеми. Кеми — это такое место в Карелии. Говорит, скучно ехать. Макарик в первом вагоне, а она в 11-м. Ну, понятно, не находишься. Я говорю, отдыхай. Едет одна в купе. Я говорю, отдыхай от всех и от всего. 10 утра будешь в Питере, и начнется. Ну что, мои золотые? Давайте прощаться. До завтра. Я получастка полила. Спать хочу. Еще одну половину надо полить. Да пойду отдыхать. Давайте, мои золотые. Пусть у вас все будет прям окей. Все, чтобы было хорошо. Знаете как? Чтобы даже пожаловаться не на что было. Угу. Ладно. Завтра суббота. Не люблю выходные дни. Ой, вот видите, зеваю это самое. Не люблю праздники и выходные дни. Раньше любила, а сейчас не люблю. Да хотя у меня, собственно, они ничем не отличаются от других дней. Это то, что завтра Саша в субботу домой приезжает.
А так бы я и не вспомнила, что суббота. Ой, комары кусаются. Собаки. Вот такое маленькое насекомое, такое мерзкое. Ладно, лапуськи мои, давайте, пусть все у вас будет хорошо. Пусть ничего не болит. Все пусть на душе спокойненько. Ну и завтра увидимся. Ладно, пойду полью. Сейчас комары сожрут, пока стоишь. Они прям любят это дело, когда стоишь. Ну ладно, давайте, мои хорошие. Пока-пока. До завтра. When the tide is